Ножницы и лента наготове. Совсем скоро ответственный момент. Открытие обновленного семейного центра на Короленко 35А. Дату выбрали не случайно. Бассейн «Черепашка» начал свою работу по этому адресу ровно 5 лет назад. Теперь настало время расширяться. В семейном центре «Черепашка» уже с января начнет работу шахматный клуб, радиокружок, а в перспективе и секция пейнтбола. Здесь также появился новый большой бассейн. Изначально сюда заходили как семейный центр развития детства, чтобы здесь можно было там, взрослые будут сюда приходить там, в радиокласс заниматься, у нас коллективная радиостанция будет для взрослых. В шахматы будут и взрослые тоже собираться, и дети играть. Вот. Ну, на воде детки до 10 лет будут заниматься. Помещение на Короленко 35А семейный центр «Черепашка» получил от администрации округа как социально ориентированная некоммерческая организация. Конечно же, это будет точкой притяжения не только для жителей 5-го километра, да, северного, но и для всего города, где молодежь сможет разбиться по интересам, найти свою группу и сформировать, так сказать, себя по направлению деятельности, которая его интересует. Занятия будут как платными, так и на безвозмездной основе. Узнать о расписании работы шахматного клуба и радиокружка, а также получить ответы на все вопросы можно на официальном аккаунте семейного центра «Черепашка» в Instagram или по телефону 37 01 28. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс.